Рога на отварах. Кансер этой меты и самая сломанная колода за последние несколько месяцев. Столько мана и темпа чита не было еще ни у одной колоды даже со времен друида из рыцарей Ледяного Трона. Того, что может сделать эта колода сейчас, не должно быть в хаесе. Но пока хаваем. 9740 пыли и 9740% винрейта против всех колод, кроме себя самой. Да-да, вы не ослышались, худший матчап для этой разбойницы — это она сама. Как же так получилось и когда ждать нерфы? Нерфы, наверное, через неделю либо две. Мое нытье в отдельном видео чуть раньше. А вот как так получилось, с удовольствием расскажу. Но для начала мулиган. На мулигане мы всегда ищем кладбище для нашего миракл хода, пояс со склянками, чтобы удешевить гнола сразу на 3 маны, и саблю для обмена, чтобы удешевить карты до раскрытия маэстро. Почти в 100% игр мы стараемся выйти именно на этот мулиган. По геймплею колода ориентируется на 1-2 миракл хода через раскрутку призрака. Первый ход пропускаем, либо трейдим саблю. Второй ход используем склянки. Третий выставляем кладбище. Четвертый — его раскрутка. Вкратце так и выглядит игра на современной роге. Понятное дело, что это поверхностный анализ, но вы будете удивлены тому, что увидите в геймплее. Как засетапить летал уже на второй ход, сыграв карт почти на 30 маны всего за 2. Легко и просто. Что ж, но если геймплей вам понравится и окажется полезным, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. А за микрофоном, как всегда, Плагиат, и мы начинаем. Но перед началом ролика хотел бы рассказать вам о такой замечательной площадке, как Divmark. Если у вас возникают проблемы с покупкой игр, игровой валюты, либо другого контента, Divmark — это как раз то, что вам нужно. Тут вы сможете купить ключи игр Steam, Origin, Epic Games Store, накупить вагон игровой валюты в популярных ММОшках и без проблем приобрести игры на Xbox, PlayStation и Nintendo Switch, а также купить любой софт от лицензионной винды до лучших антивирусов на рынке. А главное, методов оплаты, действующих с территории РФ, уйма. Банковских карт до киви и криптовалюты. А по моему промокоду Плагиат вы получите 10% скидку на абсолютно любой товар. Ссылку вы найдете в описании. Всем привет и приветствую вас на моем канале. За микрофоном как всегда Плагиат, и добро пожаловать в очередной геймплей по обновленной мете, которая в ближайшее время наверняка изменится, потому что нерфы уже не за горами. Я думаю, что после 17 числа, когда обновят БГ, где-то через, возможно, неделю, нам продемонстрируют то, каким образом изменится мета и что вообще с ней произойдет. Что я вообще имею в виду под вот этой вот формулировкой, это, конечно же, изменение той самой колоды, в основном, я подозреваю, на которой мы сейчас с вами играем и на которой я сейчас буду вас учить играть, если вы вдруг еще не умеете, потому что я, как вы знаете, недавно переключился полностью на цикл Free-to-Play в Легенду и, соответственно, в связи с этим немножко отвлекся от геймплеев обыкновенных, которых по новой мете, по обновленной мете после нерфов вышло не так уж и много. И сегодня, вообще, в этой катке получается какой-то, на самом деле, мемный прикол, потому что, ну, по сути, сейчас мы с вами играем как раз-таки на колоде, против которых я постоянно играю во фри-ту-плей. Во фри-ту-плей мы с вами прошли ранги новичков, и, соответственно, на вот этом вот Big Spell маге имели винрейт 65%, и сейчас я, по-моему, там уже на голде. И сейчас я попадаюсь на том аккаунте постоянно против этих разбойниц. У меня попа горит постоянно с того, что против меня люди плохо на ней играют, и я просто-напросто проигрываю лохам всяким, знаете ли, да? Сейчас посмотрим, как я на ней исполняю. Я давно на ней не играл, но, насколько я помню, у меня, в принципе, очень ничего так получается. Так, ну давай, короче, разберемся, да? Чё тут вообще, чё да как, да почему? Так. Давай так. Второе. Так. Набрать картиночек, это я завсегда. Ну давай, да, естественно, мы эту штуку убьем. Синографист пришел. Можем сейчас вернуть, например, этого, потом снова поставить. Это зелье мы не сможем использовать, к сожалению. Ну да ладно. Могу ли я вернуть, поставить? Да, я думаю, мы вернем, поставим его. Сделаем еще одного клоуна. И сделаем огромную чупучу 8-8. Ну, не то чтобы огромную, но примерно так оно и раскручивается. Собственно, на самом деле, гайд по этой разбойнице сделать мне будет довольно-таки просто, потому что я на ней наиграл достаточно игр, чтобы понимать, как она работает. Кстати, он только что мог взять и мерзостыда нашего убрать, но решил, я так понимаю, просто жутко обосраться. Ладно, ладно, не для всех. Не для всех эта фигня. Хорошо. Давай доберем сначала. Хотя, блин, не хочется. Давайте просто сделаем вот так. Посмотрим, с чем смешается отвар этот. Он уже full фриз не может дать. Окей, нормально. И я думаю, рыбалку тоже можем. Но на следующем, ладно. Сейчас может быть какая-нибудь Балинда, может быть какая-нибудь
Это... Офигеть. Чел, ты походу консидишь. Да. КГ. Здесь нам попался какой-то не самый опытный бигспелмаг. Следующий матчап попались на шамана, который, возможно, будет разбойницей, не знаю, потому что мы тоже шаман, но мы не шаман. Есть пояс со склянками сразу, это замечательная новость, потому что мы теперь можем удешевить гнола аж на 3 маны, что тоже, ну, смешно. Ну, просто ты делаешь пояс со склянками, ты раскапываешь первый отвар, затем второй отвар, затем они объединяются в третий отвар, и это все 3 разных карты, так как мы не раскрываем свой инвиз за счет мастера маскарада. Это еще и настоящий шаман, это просто мем какой-то. Мы удешевляем... нашего гнола, который там где-то лежит, на 3. И сейчас, так как мы с вами добрали всего лишь одну карту, перед тем, как поезд со склянками узнуть наш гнол, будет стоить 1 ману. Чтобы сделать его за 0 маны, нужно рольнуть отвар, который дает нам карту другого класса, которая стоит на 3 меньше, и гнолы будут по нулям. Вот такие пироги. Ну и, собственно, сейчас мы с вами юзанули карту, которая удешевляет, по сути, 2 других почти до нуля. Позволяет дополнительно иметь очень жесткую раскрутку, которая синергирует со стенографистом и кладбищем. И вместе с этим... мы получили спринт за 3 маны. А, он 0 стоит, окей. Где-то я там ошибся, но не смертельно. Смертельно это то, что сейчас вот как бы будет происходить. Кстати, иногда, когда у вас нет кладбища грехопада, не нужно ждать его. Не нужно просто сидеть и ждать от поля погоды, чтобы как раз-таки сделать этого бедного, как там, боже его, бедную призрака с маскировкой. Да не обязательно. Сейчас я вам покажу, что можно и так раскручиваться. Хотя вы и без меня это знаете. Раз, два, три, четыре, пять, шесть... Абсурд, я просто не могу. Это колода, это проклятие тупо ладера. Угу. О, ну ясно. Ясно, понятно. Сейчас, как-то тут. Два. Ну, Деволф он может кинуть, разве что, да? Из такого противного. Ну и пофиг, грубо говоря. Ну, грубо говоря, да. Прими таблетку и получишь по жопе. Ну, и, конечно же, не забывайте про Абуса Сталора и Шага сквозь тень. Абсолютно нелегальная комба, которая позволяет Роге получить до 4 Асталоров за счет 2 шагов сквозь тень. Возможно, кстати, вы можете еще дюпнуть с врата теней. С врата теней еще одного Асталора. Ну, и вместе с этим вы также можете при помощи гибельной тени дюпнуть еще один шаг сквозь тень. Ну и, соответственно, можете там посчитать. Асталоров будет достаточно, чтобы победить даже самых отпетых хулиганов. Как жаль. Просто, ну, невыигрываемый матчап для него вообще никак. Он тут может делать все, что хочет, абсолютно. Я могу вообще не обыгрывать ни вокруг чего. То есть я сейчас не обыграл вокруг гнола. Я мог, по сути, вернуть своего мерзосыда, потому что мерзосыда тоже будут нерфить, он слишком сильный. Ну никак, чел. Ну просто хэштег, ну никак. Можем еще один ужасный отвар сделать, в принципе. Ну просто если после такого не хочется выйти с игры, то... хз, что ты сидишь. Вот такие пироги. Такая вот фигня. Ну смотрите, самые стандартные ходы на Роге — это всегда мулиганить кладбище, всегда мулиганить склянки и всегда мулиганить, допустим, пофиг что, то есть можно сбрасывать там, что пришло, то пришло. Ну или, например, оставлять зазубренный костяной шип, если это какая-то темповая колода или агро, вы знаете. Соответственно, затем использовать на второй ход шклянки, да, эти, удешевлять тем самым гнолов в вашей колоде. После этого вы разыгрываете кладбище, пропускаете ход и на четвертый начинаете раскручиваться. Вот такие пироги. Ну, начинается вот такой вот просто бред полнейший. Ну и дальше вы на самом деле можете свой вин-кондишн выбирать. Асталор, Асталор и либо Асталор. Да. Либо раскрутка за счет темпа
с кладбища. Невозможно играть против нее, ладдер сейчас абсолютно в них. Я снимаю этот видос, который совершенно не повлияет никаким образом на популяцию разбойниц. Надеюсь, что если вы хотите эту колоду освоить, то это видео вам поможет, вы сможете получше улучшить свои результаты. И за счет этих улучшенных результатов, пока эту колоду не понерфили, возможно занять самый высокий ранг, который вы когда-либо занимали в рейтинговой игре. Спасибо за участие, шаман. Окей, следующая катка, и у нас лич, так как он без Ренатала. Возможно, это рога, или, возможно, это лич на руне льда. Давайте смотреть. У меня по мульгану тут получилось пояс со склянками рольнуть, даже два. Поэтому остается только лишь найти кладбище. И все чики-пуки. Ну, это на рогу похоже, кстати, против нас. Добор берем, и давай возьмем еще... Па-па-па, давай вот так, потому что я в любом случае буду эту карту делать на следующий, и вряд ли он что-то сейчас будет выставлять, скорее всего, он тоже еще... Ну, короче, лучше вот так, чем... Хотя нет. Слушай, это... Ладно. В общем-то, не худший отвар сварил. Не хотел варить тот, который уничтожает, потому что не ожидал, что он что-то будет выставлять, на самом деле. Ой. Сейчас будет так... Ой, просто... Вы знаете, в БГ есть боевой разнос, да? Сейчас будет по... А, он раскопал это? Лол, прикольно. Не, реально прикольно. Нет, реально прикольно. Хм. Я как бы не собирался замораживать противника, ну ладно. Ой... Ну, давай так. И вот так. Попробуем его подберсить максимально. Ну и до Талова будем отвары варить. Почему я делаю именно так? Потому что мы должны выиграть лича на льде до 7-го хода. Потому что на 7-м ходу он начинает полностью морозить стол. А один из главных минусов нашей вообще всей колоды — это как раз таки то, что рога немножечко играет от стола вот этими вот мужиками. Поэтому в таком случае, когда наш стол замирает, мы ничего не можем сделать. Что я вижу? Нифига себе. Ну, раскопка солнечного колодца была явно неожиданностью. Поэтому, ладно. Гаси ему на выпадало. У меня мало времени. Офигеть. Ладно. Давай так. И по максимуму будем использовать нашу ману. Дадим понюхать ему немножко дэмэджа. И засетапим летал. Ну, сейчас, после того, как мы раскрыли инвиз нашего призрака, он, очевидно, может его морозить, может его контролить. Ну, из хорошего, он сейчас будет отдавать в нашу нечистую совесть много бёрст дэмэджа, который, по сути, мог лететь нам в лицо. Из плохого у нас как-то не очень много хп, если честно. Поэтому я предпочел бы сейчас как-то ремувать этого Тасариана. И вообще, ну, что-то как-то, знаете ли, немножко на очке я уже. Штормград падет. Не сильно повезло, если честно, но как есть. Иван Клифф по жопе получил. Сейчас отведаю. Что там, 4-4? Отведай стали! Хорошо, ну, я знаю, что делать нам. А, нужно идти в лицо, возвращать Ван Клиффа, походу. Не, он так будет трейдиться, хорошо. Нужно так трейдиться. Жалко, что мы по лицу получили. Возвращаю Ван Клиффа и делаю обилку. Ну, не обилку, а призрака. Таким образом, у нас все еще есть шансы. То есть, скорее всего, он сейчас просто заморозит мне лицо семеркой. И у нас останется только 4 хп, которые он может подсетапить под летал на следующий ход. Поэтому сейчас мы должны будем какое-то чудо с этим Анклифом делать. Значит, никак. Это нас не спасает, потому что Асталор... ну, Асталор плюс Асталор — это всего лишь 5 брони. И так или иначе, у него все равно будет летал, скорее всего, нам. Поэтому... Тут только через Ван Клиффа нужно будет пытаться выиграть. Ну, пока это супер-гига печально. Допустим.
Допустим. Хорошо. Так, сейчас подумаю, как нам уворим. А, я знаю как, окей. Допустим, что у нас там за ноль. За две маны у нас, кстати, ничего нет. Уже поэтому пофиг. Отличный удар. Там еще мерзоцит. Напялись эту штуку, чтобы что? Только если, получается, мы сейчас с табдека найдем торопливость стенографиста. Шаг сквозь тень. Нам не помогает никак, да? Потому что у меня нет зелий. Вау. Well played. Проиграли? Блин. Не ожидал я, на самом деле, эту партию залить. Но там был, понятно, дэмэдж. Все, на что я рассчитывал, это, наверное, зеливар. В шаг сквозь тень зеливара. В какой-то хил с рандомной карты. Да, вот так бывает. Итак, следующая катка. И нам тут сдали просто, по-моему, нелегальный какой-то затар. Окей, это разбойница. Наконец-то Mirror. Кстати, да, удивлен был, что на этих рангах не так много разбойниц. Я вот когда играю на своем free-to-play аккаунте, что вы можете посмотреть в плейлисте, как раз таки free-to-play, там все стримы сохранены. Я постоянно хаваю разбойниц. Как только зашел сюда, что-то тут их вообще маловато, когда сам на рогу сел. Ну, видимо, игра хочет мне подкрутить сначала хороший матчап, а потом плохой. Собственно, как я и объяснял, плохой матчап для нас это... Давай вот так. Плохой матчап для нас это... Плохой матчап это явно не этот. Второй ход. Кто смеет бросать мне вызов? Не, бро. Ты можешь бегать, ты можешь прыгать, но тебе никогда от меня не убежать. Потому что я сломанная игра, просто сломанная, сломанная. Ваш недавний противник хочет стать вашим другом. Бывает. Хэштег happens, ребята. Что ж, ребят, ну на этом абсолютно неадекватном, несбалансированном, вообще мерзком выносе вражеской разбойницы уже на втором ходу, там со второго хода уже все было понятно, геймплей подходит к концу. Огромное вам спасибо за просмотр, если геймплей вам понравился, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал, и, конечно же, код колоду вы сможете найти в описании и в моем телеграм-канале, а также в группе ВКонтакте, где вам удобно, там и лутайте. В телеге, если что, вы просто нажимаете на код колоду, и он сразу же копируется вам в буфер обмена с телефона, с компьютера, где угодно. Я там уже редактирую посты, получается вот так вот. В качестве заключительного слов по поводу этой колоды хочу сказать, что я убежден, что это самая сильная дека в ладере прямо сейчас. Если вы правильно не играете, то вы будете апать ранги максимально эффективно, вне зависимости от того, играете вы на рангах со звездочками, на рангах новичков, если вам очень повезло, или на рангах легенды. Также хочу отметить, что наверняка эту колоду будут нерфить в ближайшее время, и под ближайшим временем я думаю, что я стала жить где-то неделю /две недели. Поэтому если вы хотите рискнуть, либо если у вас уже есть все карты для этой колоды и вы очень хотите апать ранги, очень хотите брать самый высокий ранг, который когда-либо брали в Хардстоуне, то делайте это прямо сейчас. Если же нет, то просто знайте, что вот такая вот штука существует. Если вы вдруг от нее будете отъезжать на второй, третий, четвертый ход, ничего страшного, игра прямо сейчас абсолютно сломана. Что ж, ребят, ну на этом все. Огромное вам спасибо за просмотр. А если данный ролик наберет 2000 лайков за первые сутки, то есть 16 числа, то сразу же завтра я выпущу геймплей по еще одной колоде, которая, по мнению Тайса, по крайней мере, отлично играет с этими разбойницами, а именно Контроль Воин. Да, вы не ошиблись. Контроль Воин прямо сейчас может контрить строгу. Не всегда, но... Знаете ли, шансы есть. Что ж, на этом все. Огромное вам спасибо за просмотр. А за микрофоном был Качество Плагиат. И, конечно же, увидимся с вами на следующем стриме и в следующем ролике.